7 часов утра, восходит солнце. Вот такая вот красота над горкой. Вообще здорово смотрится. Сейчас вылезет из-за горки солнышко. Будет снова жарко. Ну а мы просыпаемся со Светой. Сейчас попьем кофейку, соберем вещи. Ну и попробуем отправиться машинку ступить на дорогу. Там солнце встает, а тут еще луна зашла. Времени 8:30. Мы со Светой вышли на позицию. Сейчас попробуем машину стопить. Постояли со Светой 5 минут, остановился на газельке. Мужик не русской национальности. Что у нас? Маски спросил сначала, есть у нас или нет. После того, как я ему сказал, что мы автостопом едем. Потом... Сказали, что маски есть. Потом, да, мы ему сказали, что маски у нас есть, мы наденем. Потом он сказал, я до Зуе еду, до Зуе. Ну, короче, он даже название населенного пункта правильно сказать не может. И, короче говоря, сказал, что там остановки нету. Я говорю, здесь ее тоже нету. Здесь можно остановиться, можно, можно, а там нельзя остановиться. Ну, короче, греби ты уже отсюда. Зачем останавливался, сначала не поняли, потом дошло. Наверное, бабла хотел содрать. Когда услышал про автостоп, сразу передумал. Ребята, мы доехали до города Керчь. 4,5 километра до отворотки на него осталось. Ну и дальше нужно нам попасть как-то на мост на Крымский, в Анапу. Сколько? 190 километров проехали. Ветра дует здесь просто жесткие. Мы уже в Крыму за это время, пока путешествовали, отвыкли от ветров. Здесь вообще мощно просто дует. Вон там он виднеется, порт Крым. Вот это вот порт Крым. Море. Ну а нам прямо на Анапу, Новороссийск. Наша цель Анапа. Мы, наверное, пробираемся туда. Вот 118 километров до нее осталось. О, какая птица мощная. Вообще класс. Светиками переехали Крымский мост обратно в Краснодарский край. Наше путешествие по Крыму завершилось. Теперь дальше по Краснодарскому краю будем гулять.
Крым нам, в общем-то, даже понравился. Очень хорошая природа, красивая. Города такие обалденные. Все понравилось очень. Единственное, негатив, это город Ялта. Ну, это капля. Совершенно небольшая капля в море. Так что, все нормально. Вот такой вот у нас обед со Светой. Шпроты мы едим руками на обочине дороги. Очень вкусно. Ну да. Какая разница? Решили мы перекусить. Что-то никто не останавливается. Думаем, поедим сейчас и с новыми силами возьмемся машины стопить. Да, ты же рюкзаки сюда не пришли. Но рюкзаки вон там стоят у обочины. Так что приятного нам аппетита. Завтрак на траве. Обед на траве закончен. Можно дальше машинки стопить. Сытые. Почти довольные. Почти довольные. Света говорит, конфету мусляет. Немного переехали со Светой. Километров 5 до заправки. Вот здесь какой пит-стоп сделал. Прикольно. Заехали в Краснодарский край. Автостоп закончился моментально, да? Никто не хочет останавливаться. Все шпарят мимо. Вот вам и Крым. В Крыму вообще без проблем автостопом ездить. Имейте в виду. Подвез нас вот этот вот молоковоз. Почти. У нас водитель. Ну, в смысле, водитель молоковоза. Водитель молоковоза, да. Типун мне на язык. Чтоб молоковозы без водителя еще ездили. В общем, все чудно. Сейчас мы перейдем вон на ту дорожку. И она уже идет как раз в Анапу. Нашли вот такого вот змееныша на дороге. Лежит. Нужно аккуратнее в этих краях ходить, тут змеи есть. Переходим на нужную нам со Светой дорогу. Вот по мосту. Солнце уже скоро сядет. Надо где-то искать стоянку, а у нас еды нет. Как-то все сегодня не клеится. Сим-карту потерял еще до кучи. Со всеми номерами телефонов. Карта привязана. У меня к ней как раз все, к этому номеру. Надо было где-то карту восстанавливать. Друзья, мы в поселке Виноградное. До Анапы осталось 17 километров. Вот переехали немножечко с мужичком. Сейчас будем искать стоянку, потому что скоро стемнеет. Зашли со Светой в Виноградное, купили продукты и пошли на выход из него в обратную сторону искать где-нибудь себе стоянку. Но пока не можем найти. Успели мы поставиться. Все, как раз темнота спускается. У нас уже палатка стоит и вещи почти разложены. Так что все кайфово. Будем отдыхать. Светик, ты счастлива? Ага. Вот так вот. Так что за день почти до Анапы доехали. Ну, мы могли бы сегодня доехать, там 17 километров осталось. Просто уже темнело, зачем? Будем отдыхать. Завтра с утреца спокойно, неторопливо доедем. Ну и будем гулять по городу. 7 октября, утро. Собираемся со Светой. Сейчас будем выдвигаться в город Анапа. Лагерь собран. Выдвинулись со Светой в поселок Виноградный. Отсюда до Анапы 17 километров. Сейчас посмотрим, как поедем. Может, прыгнем на маршрутку. Что тут 17 километров, так недорого. Доехали в автобусе до Анапы. Мы в Анапе, ура. Пока ехали, увидели столько всего, много интересного. Вот думаем, наверное, нас ждет не менее интересное дальше.
автовокзала нам. Вот это красота. Класс. На каждом балконе скульптуры. Красиво. Гуляем по Анапе. Вот тут такие римляне. Да? Не знаю. Понравились все эти римляне. Дошли до парка аттракционов. Очень интересный тут забор. Мне нравится. На каждом своя обезьянка сидит. Вот он, парк джунглей. Вышли со Светой к реке Анапка. Водоем востребован у рыбаков. Всюду ловят рыбу. Неторопливо, старомодно. Вот мы дошли до пляжа, где впадает река Анапка. Вот она впадает в море в этом месте. Сейчас пойдем, наверное, на пляже нам делать нечего, да, Свет? Ну да, нам пока на пойдем пляже, по да. городу, попробуем по набережной погулять. Ну вот тут что-то жуткое творится. Комната страха, оказывается. Дошли мы до дома енота. Енота не оказалось нигде в клетках, хотя написано, что пальцы не совать. Но тут мы увидели мангал в виде кареты. И мы поняли, где енот. Объявление хорошее. Какая-то жуть. Пришли в какую-то жуть. Большая бухта. Все мангалы на побережье сделаны в виде карет таких интересных. Прикольно придумано. До центрального пляжа догуляли. Там в город выход. Золотой пляж. 1954 год. Гуляем. Гуляем, да. Наслаждаемся теплом, солнцем, хорошим настроением. Так красиво. Вот там. Да, классно в Анапе. Тепло, вот, хорошо. Здорово. Золотой пляж, фонтан.
купаться будем. День десантников строим. Фу, гуляем, гуляем. Ох, какие лебеди там. Сейчас пойдем поснимаем. Целая стая лебедей. Прикормленные лебеди, не боятся ничего. Ага. Белая шляпа. Памятник белой шляпе. Почему у тебя не белая шляпа? Махнись, не глядя. Мне как-то не повезло, я с чёрным. Подходим к грандиозному просто фонтану. Целая серия, да, фонтанов вообще. Мощно. Выглядит классно. Это очередная кафешка, называется Прага, вот с такой офигенной башней. О, музей восковых фигур. Мы решили со Светой немного передохнуть от прогулки. Какие красивые павлины сидят. Идем между пальмами к такой экспозиции. Когда-то был классный тут фонтан, но орел. Ну да, наверное, фонтан был. Вода текла. Здорово. Красава. Такой красивый орел. Молодой. Рома в пальмах гуляет. Красота здесь, все везде, да, Ром? Да, симпатичный город очень даже, мне нравится. Угу. Классно. Много всего интересного, необычного для нас. Триумфальная арка в честь подвижников российских войск в войне с Турцией в 1787, 1791, 1806. 806, 812, 828, 29 от благодарных потомков. В общем, всем сразу. Да, всем сразу решили. Одним махом. Одним махом. Все даты перечеркнули. Красивая арка, очень интересно. Пройдем под такой аркой. Грех не пройти. Ух, тут информации куча. Ты что ли там чихаешь-то? Да. Чихотница.
все время мы вспоминаем про этот мультик «Золотая антилопа». И вот он нам попался как раз. Разговариваем все время о том, что когда люди деньгами насытятся. Очередная стелла. Красивая. Похожая на ту, которая в Владивостоке стоит. Ну и, конечно же, как без памятника Владимиру Ильичу Ленину? Как тебе нравится Анапа? Нравится. Мне тоже. Круто. Находимся около знаменитого санатория Кубань в Анапе. Вот его даже на значках делают как достопримечательность местную. Ну и здесь рядом вот такой вот зачетный памятник. Основателю курорту доктору Будзинскому. Посидели, отдохнули в санатории Кубань и пойдем к морю на набережную дальше гулять. Что тут? Нашла кучу зелени, да? Иди пальму обними. Она поколючей была. Ой, смотри, она цветет. Ну. Ничего себе. Класс. Рублей, да? Да. Ну, сейчас посмотришь. О, Черное море. Снова Черное море. Медуз-то сколько плавало, смотри, у берега. Кругом вон эти медузы везде. Вода чистая. Идем к кораблю с алыми парусами. Надеюсь, Грея там со солью не найдем. Даром? Или найдем? Не знаю, посмотрим, кого найдем. Там народу куча. Ром, протри глаза, ведь это же не сон, и алый парус также гордо реет. В той бухте, где отважный Грей нашел свою Ассоль, в той бухте, где Ассоль дождалась Грея. Классный корабль. Да. Пойдем фонтанчики посмотрим. Здоровские фонтаны. Вообще классно. Такие необычные. В
выбрались со Светой на саму набережную, прямо к морю. Решили поснимать медуз. Света побродила по морю в погоне за медузой, но не успела. Жалко это. Надо снимать что-то. Нашла Света все же медузу. О, вот эта гирлянда. Офигеть. Люстра. Целая люстра. Сфотаешь меня с ней? Да давай, сейчас сфотаю, подожди. Купание не прошло даром. Света с добычей. Показывай добычу. Это обычно, а это вот какая интересная, двойная какая. Ой, там похоже еще что-то было. Продолжаем нашу прогулку по набережной. После омовения Светиных ног в море. Штаны сырые теперь. Да, штаны теперь до задницы сырые. Ну ничего, высохнут. Зато настроение. Да, зато настроение отличное, да, Свет? Вот такие классные лавочки в Анапе в виде карандашей. Классно смотрится. Хорошая идея, да? Подошли к санаторию «Старинная Анапа». Что-то тут везде реклама его идет. Красивый такой. Но. Здание красивое очень. Какой-то крест. Не знаем, чему и кому. Надписи нет. О, дайвинги. Памятник затонувшему экипажу, затонувшему кораблю, экипажу. Так, в 43-м году погибли. Якорь здоровенный. А не знаю, куда дальше. Сейчас что-нибудь найдем. Здорово сделана скульптура деревянная, с таким кувшином разбитым. Из дерева все выточено, вообще прикольно. Вид с мыса. Люди купаются везде. Тепло, вода теплая очень. Так хорошо ветер оттуда, вон там с пирса прыгнул, сюда принесет. Вообще обалденно, да? Отель какой-то в виде паруса. Стоим мы со Светой на набережной и нашли вот такое чудо произведение. Кто-то с чувством юмора. Ага. Сортир 5 дырочек называется. 25 рублей стоимость. Не пойдем мы туда. Всего-то 5 дырочек, хорошо, не 33 струи. И, наверное, бумага там новая, туалетная, все в твоих руках. Памятный знак в честь 50-летия провозглашения советской власти в Анапе. Вот такая вот. Такой вот памятник интересный. Ребята, сегодня 7 октября. Посмотрите, что творится в море и на пляже. Сколько людей. Что же творится в сезон? Это не в сказке сказать, не первым описать. Вообще, наверное, муравьи. Курорты трудящимся.
Эй, на корабле. Что за кошара? Тигр, я так полагаю. Наверное. Света песни поет со скуки на все Какой руки. Ну, скучно тебе, видимо, скучно. По набережной гулять. Человек поет, когда ему хорошо. Да? Понятно. О, пойдем посмотрим, что за маяк. Здание с водонапорной башней. Одна из первых построек. 900-е годы. Столовая, санатория, маяк. Короче, это памятник архитектуры. Дошли до маяка со Светой. Анапская достопримечательность. Как туристического такого портового города. А теперь тот же самый маяк, но в миниатюре мы нашли. Точно, точно такой же, как я только что большой снимал.
Нашли мы снова со Светой какое-то замечательное место. Она только-только вышла из... Я ходила в аквариум, мне да. очень понравилось, мне впечатлило. Вот, Света сходила в аквариум, да, очень вот этот. Так нас взяли, с меня взяли, недорого. 200 рублей всего взяли. Хотя когда... детский 300 рублей. Да, но... детский 300, взрослый 350, со Светы взяли 200, так как мы путешественники. Спасибо бабушке, она такая вообще замечательная. Общительная. Общительная, да, пока Света ходила, мы тут с ней все разговаривали за жизнь. Вот, пришли мы в музей краеведческий. Вот что-то такое. Краеведческий музей. Здесь вот пушка. Вот это вот, я не знаю, что такое. Мина, что ли? Да, это, наверное, мина глубоководная. Вот. Вот такая вот стоит пушка. Интересная. На Берлин. На Берлин, да. Ну и памятник обалденный. Иван Васильевич Гудович. Бюст, да. 1741-1820. Вот такой вот серьезный мужчина. Корытину Андрею Сергеевичу. Классный самолет. Вообще памятники интересные очень. Вышли из туристических районов Анапы. Гуляем просто по обычному городу. Вот тут улица Крылова. Такие вот домики симпатичные. Интересный городок. Аллей, правда, нету. Но выглядит все неплохо. Вот такой круче со Светой нам приходится спускаться. По скальникам. Слезем ли мы со Света вот с этой горки? Обрыва. Да какой тут обрыв? Горка. Метров. Метров 30. Небольшая. Попали на пляж. Сейчас пойдем где-нибудь найдем местечко, поставим палаточку. Будем отдыхать сегодня. Здесь народу поменьше, чем на городском там пляже. Ну вот, друзья, вот такая вот сегодня стоянка. Вверху скальники над нами нависают. Хорошие такие скальники. Наша палатка. Прям под скалами. Будем надеяться, что не прилетит камень в голову. Ну и вот море. Совершенно рядом. Такие вот виды. Сидит Рома у самого Черного моря. Принимает черноморские ванны. На закате дня. Ну как ванны? Прекрасно. После такого тяжелого дня, потного и жаркого, как раз хорошо посидеть на камушке и сполоснуться. Друзья, у нас такой момент в жизни произошел, такой момент, уж такой момент.
Света так исхудала, что с ней джинсы слазят. И она, короче, вставляет туда резинку. Резинку в джинсы. Это вам не хухры-мухры. Пришлось купить полметра резинки, да, в магазине. Заморщит все штаны. Почему? На талии. Вокруг могучей талии. Заморщит джинсы все. Вот. В таких харчах похудеешь. Ага. Да дело не в харчах, питаемся-то мы не так уж и плохо. Вечером мы покажем вам эти харчи. Нет, питаемся-то мы не так уж и плохо. Да-да, полцыпленка, гриль, колбаса копченая, гриль. Помидор. Гриль, все гриль. Короче говоря, нормально питаемся, просто нагрузки все же в походе приличные. Так что, ну вот. Приходится что-то изобретать со штанами. И ура, я купила нектаринки. В Крыму вообще нигде нектарин нет. Они там не растут, там только персики. Ну и вот они, наши харчи, с которых мы так резво худеем. Так, что у нас сегодня на ужин? Свеженький багет. Курочка-гриль с помидорками. Рубленная колбаска с чесноком. Пражский паштет, мандарин, два нектарина и банан. В общем, худейте на здоровье. Друзья, мы не каждый день, конечно, так едим, но мы приехали в Анапу, и у нас как бы сегодня праздник, это смена региона. Мы из Крыма выехали в Краснодарский край, первый город. Вот мы решили таким образом отметить это дело. Таким замечательным столом. Сегодня в таком замечательном месте. На море едим вкусно.